Телеканал КРТ представляє. Она будет, наверное, веселая для тех, кто, наверное, вот живет по принципу: мы оказались дураками, ой, не мы одни, о, они такие есть же. Дурнее, да, я видела такие комментарии, что он, ну, наконец-то в нашем полку идиотов прибыло. Естественно, почему так говорят? Потому что уже потоптались, потанцевали по своим украинским граблям украинский гопак и прекрасно знаем, чем это закончится. То есть мы, скажем так, на 6 лет впереди белорусов вот на этом этапе. Да. И поэтому, конечно, когда звучат вот такие очень жесткие, циничные оценки белорусских событий и пытаются вот отряхнуть как бы, да, зачарованных белорусов и показать: посмотрите, что вы делаете, вы идете по нашей же протаренной нами дорожке, не повторяйте наших ошибок. Белорусы тоже в романтичном таком бреду пребывая, они говорят: у нас будет по-другому. И второй момент, да, а кому, собственно, вы собираетесь отдать эту власть? Вот у меня просто перед глазами такой пример. Жили-жили в плохонькой, но крепенькой, достаточной по комфорту двушке. Надоело в усмерть, хочу жить в палатке бомжом на улице. Ну вот примерно это вот Лукашенко и Тихановская, это вот такая своя надежная двушка и вообще непонятная бомжатская палатка где-то там, я не знаю, на асфальте. Ну, у каждого есть право совершить собственное харакири. Ну вот у белорусов это право тоже есть, если они не хотят, не способны, категорически отказываются воспринимать украинский опыт, не учитывать наши ошибки. Но мы же не запретим совершать эти же ошибки. Огромная ошибка у батьки была в том, что необходимо было делать определенные туры для жителей Белоруссии в Украину. По местам боевой славы. По местам боевой славы. Немножко вдохнули европейского воздуха. А для того, чтобы попытаться разобраться, кто из нас дает справедливые оценки, я вот настоятельно прошу, друзья белорусы, посмотрите в предвыборную программу госпожи Тихановской. Вы там найдете все, что есть сейчас в Украине по части псевдореформ. Реформа медицины, деньги ходят за пациентами, у нее это прямо прописано. Свободный рынок земли, то есть земельная реформа, как у нас, у нее прямо прописано. Масштабная приватизация, ликвидация государственного сектора в производстве, у нее это прописано. Вот все то, что сделали с нашей Украиной колонизаторы, вот все это вам предлагает Тихановская. Если вам это подходит, ну, вам никто не запрещает совершать собственное харакири.